конце октября в стенах Верхней палаты российского парламента пройдут Дни Чувашии. О том, как идет подготовка к этому знаковому событию для республики, говорили на заседании рабочей группы под председательством премьер-министра Ивана Моторина. Основная программа Дней Чувашии в Совете Федерации известна. Остались организационные вопросы. Уточняются списки и состав делегации. Согласовываются темы выступлений на комитетах, а также решается, кого из известных лиц пригласить, чтобы они представляли интересы республики. Что касается отраслевых комитетов, то все наши крупные промышленники, того же Поповича, который всегда откликнется, Партасова, там, не знаю, может, даже Болотина. Ну, вот по тем темам, которые будут обсуждаться. Вы совершенно правы, что когда говорите, что одно дело мы будем призывать, а другое дело, когда эти лица известны всей стране. Ну, вот как сказано, космонавты ждут. Нужно сегодня вот как раз созрело именно последние штрихи, кто будет участвовать в этом. Кроме этого, в стадии завершения оформления информационных баннеров, на которых будет представлена вся Чувашия. Этот вопрос держит на контроле Министерство культуры республики. Выставка презентации будет оформлена, как и обсуждалось ранее, в виде выставочных объемных стендов, которые здесь у вас перед вами представлены. Они будут представлять инвестиционный потенциал республики, достижения в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта. Всего 8 направлений. Премьер-министр Иван Моторин рекомендовал активизировать работу по подготовке Дней Чувашской Республики в Совете Федерации Федерального Собрания и в ближайшие 2-3 дня доделать техническую часть, а к середине октября решить все организационные моменты. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.